Масленичная неделя традиционно в России характеризуется вкусными застольями. Блины с икрой – одно из национальных блюд. Вот только икру к блинам непременно нужно подобрать свежую, зернышко к зернышку, высочайшего качества. Именно такую и покупают рязанцы здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». И мне больше всего нравится чевыче. 219. Ну и красная икра. Да, икру и чевыче. Холодного качения. Ну, вкус приятный. А еще она полезная, как да, думаете? Да, конечно, полезная. Чем да. она полезна? Ну, витамины. Красная рыба тоже хороший компаньон к блинам. Нежнейшая чевыча и нерка, которые буквально тают во рту. Это ли не предел мечтаний самых изысканных гурманов? Морепродукты с выставки продажи «Икра и рыба камчатская» завоевали сердца самых требовательных любителей. Ведь широкий ассортимент и высокое качество – это визитная карточка торговой точки. Чевычу. Вкусная вроде. Ну, где-то в месяц раз. Только здесь. Думаем, что здесь вкуснее. Хорошего дня вам. Свежие. Спасибо. Белорыбицу. Первый раз. Люблю свежую рыбу, конечно, больше. Ароматная рыба холодного и горячего копчения, слабо соленая, а также икра. Очереди к прилавку за лучшими морепродуктами не иссякают. И это неудивительно, ведь те, кто попробовал купить рыбку здесь однажды, непременно вернется. Попробуйте и вы. Возле торгового центра «Премьер» до 25 февраля включительно. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская». Порадуйте себя и близких продукцией премиального качества.